Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня у нас «Как достать соседа симулятор версия 2.0». Короче говоря, вышло обновление, мы играли с вами уже в «Как достать соседа симулятор», и там, в общем, мало всего было. Сейчас мы видим и крутое меню, и музычку. Музычка из Вуди возвращается, собственно говоря. Так, короче говоря, у нас вот есть по настройкам русский или английский, но нам нужен русский. Громко, нормально, тихо. Можно вообще выключить. Так, экран околный полный. Если у вас возникли вопросы, прочитайте этот текст. В каждом уровне со стандартным геймплеем есть панель с заданиями. Вам необходимо достать денег и купить то, что требуется. Когда список заданий иссякнет, уровень завершится. Отлично. Что у нас по запискам? Записок нет. Видимо, их надо собирать. Наверное. О, тут анимации есть даже. Прикольно. Хотя они тут, как вы видите, сами частичные только и некачественные. Алексей Кузнецов, Александр Тихонов, Лиза Румянцева, Миша Личко, Россия 2023. Спрайты дома из консольной версии, анимация в титрах сделана компанией Social Media Life Production. Ух, как я ее ненавижу. Собственно говоря, у нас тут по уровням всего два уровня в данный момент, но все-таки выглядит круто. Так, мистер Ротвейлер. Это не уровень, это эпизод именно. Ну что ж, тогда неплохо. Мечта Ротвейлер. Ротвейлер вне себя от радости после инцидента на международном лайнере «Звездочка». Вуди был посажен в тюрьму за саботаж. Да ладно, даже до этого дошло, что ли? В честь этого Ротвейлер решил устроить ремонт. Если у вас есть какие-то вопросы, то раздел «Справка» для вас. Поехали. Посмотрим, что у нас это дело представляет. У вас нет колбасы, купите ее. Купили колбасу. О, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Как вкусно! Давайте смотреть, что тут можно вообще делать. Но туда мы не попадем. Здесь вешать. Опа. А, он телепортироваться может. Прикольно. Нету инструментов. Покупаем. Это же вообще легко. Покупаем за 1 доллар, а получаем 2. Давайте быстро нахапаем так денежек себе. Все, это задание выполнено, теперь покрасить. Ням-ням-ням. А, ой, какой ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням, блин. Сказал, что бывало, говорю. Так, покупаем краску. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Покупаем еще краску. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Успех нафиг, мы сделали это. Круто. Так, следующее, конец мучениям. Ротвейлер флексит в своем доме после победы над Вуди. В доме, где почти закончен ремонт. Он пьет винишко, спит в кроватке. Но растяпа растерял все свои деньги. Найдите их. Давайте. Где же свет-то? О, шарик с Максимадзе. Прикольно, прикольно. Я даже шарики с моим логотипом делают. Нифига себе. Так, флаг Австрии. О, все. Ты чё пердишь-то? Фу, в туалет беги давай. Опа, мы нашли какую-то записку. А, я понял, это тот, там в меню же раздел был с запиской. Монетка. Еще монетка. О, вот это прикольно, мне нравится искать монетки, интересно. Еще монетка. Монетки все найдены, прикольно, прикольно. Давайте бухать. А, надо купить.
еще раз. И бухаем в последний раз. Я купил же. Теперь медведь. Недостаточно средств. О, красные, то, что отображается. Это прикольно. О, еще монетка. Лови. Так, а куда медведя-то? О, еще монетка. А куда медведя-то надо? Спать, что ли, надо? Это все? Это типа медведь, это спать, типа, да? Окей. А мы нашли вторую записку, я так понимаю. Ну-ка, давайте выйдем в меню, посмотрим. А чё она не отображается-то? Что-то вот здесь она глючно как-то работает. Так, записка номер 12. Уважаемый Александр Ротвейлер, приносим вам извинения от всей компании Джоуд за причиненные вам проблемы. Мы оплатим вам компенсацию в размере 50 тысяч долларов. Да ни хрена себе. И за крушение звездочки 1 миллион долларов. Да вы охренели, что ли, блин? В итоге 1 миллион 50 тысяч долларов. Да не идите в суд, пожалуйста. А, подкупают нашего соседа. Давайте, кстати, в первый уровень зайдем, есть ли там какие-то записки или монетки. Давайте пощелкаем. Автомат. Вот эта фигня. Где двери, кстати? Почему нету дверей? Записок тут не наблюдается никаких. А как выйти? Выйти как-то можно из этого меню? Так, выйти не получается. Блин, придется пройти задание это, походу. Еще раз. Да блин, вот это отстой. Если, может, можно, конечно, как-то выйти меню. Напишите в комментах, пожалуйста. Ладно, короче, следующий уровень. Музей. Музей XBEX ST Studio и рисунки с конкурса «Нарисуй X Стереныча». Кого, блин? Наводите мышку на картинку, которую хотите посмотреть. Как только закончите, завершите уровень нажатием на зеленую область. Угу. Очень старый арт, сделан, наверное, в прошлом году. Суть арта, чтобы поздравить XBEX ST Studio с 30 подписчиками. Но он настолько старый, что цифра 30 стерлась, и ее пришлось дорисовывать маркером. Прикольно, прикольно. Мне кажется, что это лучший фанатский рисунок Xtereныча. Выполнен Xterenком Ars 24. Прикольно. Новогодний арт от самих XBEX ST Studio был сделан Новый год, но выпущен за несколько дней до него. Как бы тупо это ни звучало. Это все, да? Спокойная, мать его, жизнь. Пушки смокли, пехоте слово. Ротвейлер решил заглянуть в подвал и нашел... О, я знаю, что я вам скажу. Я знаю, что он там нашел. Он там нашел свое старое ружье. Не грех его и испытать. Давайте испытаем. А, это реально стрелять не надо, что ли? Охренеть. Тыш. До 500 нахапаем. Покупаем.
не особо изменений вижу, если честно. Ну или, по-моему, оно быстрее стало набираться. Спокойная житуха у соседа, это точно. О, как приятно хапать все эти бабки от каждого выстрела. Только наше пугало не уничтожается. Как взорвать это пугало? Как его разнести? Почему оно неубиваемое настолько? Звук, правда, не подходит под ружье совершенно. А как? Это, а, до 1000 набрать надо, что ли? Да блин, это долго будет, вы чё? Это вообще долго, вы чё? Это не то чтобы сложно, это долго. Ну давайте попробуем. Это не сложно, но это долго. Ну давайте все же попробуем набрать. Я вот прям жму максимально, как только могу. Еще левел ап. Да мы быстрее 1000 наберем, чем денежки нужные наберем. Выиграли, все. Ага, и уровень разблокировался. Кукла спит, она устала, день рождения отменяется. Ну, блин, я из-за бандикама этого не вижу. Ну, короче, неважно. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, Радвейлер, с днем рождения тебя. Мама, Ольга и же ребенок. Какой нафиг еще же ребенок? Отмечаю день рождения Винсента. Нам нужно не ударить грязь лицом, ходить. Стрелки взаимодействия Z, блин. Какой-то, как будто я прочитал стих, который не очень-то складывается. О, а это что, касцена? Или нет? А нет, не касцена. Ну, тут что-то делать надо, но я не могу понять, что. Ключ из «Привет, соседа» я вижу. А, нет, какого «Привет, соседа»? Это ключ из «Соседа 2». А что сделать-то надо? Нет, реально, а что сделать-то тут надо? Я щелкаю, оно не работает. А, стрелками ходить! Стрелочками ходить надо. Все, теперь понял, понятно. Но это мать соседа у него в гостях. Ничего, что в таком виде не очень-то прилично в гости ходить. И в таком тоже, да. А сын Ольги вообще на крыше сидит. Ну не совсем на крыше. Ключ, а как взять его? Ну я щелку не берется. Туда он не выходит. А как ключ-то взять? Какими кнопками? А, все, взял. Туда он не войдет. Так, шарик от Максимадзе. А чем... А ключ для чего нужен? Сходи-ка, сыночек, в магазинчик. Ей пирог набегла. Оленька купила конфеты, пивасик. Даже этот малолетний огрызок чем-то занимается. А ты только... Жопу чешешь свою, наверное. Сходить в магазинчик... Это надо на улицу выйти. О, блин!
смысле? Как так? Мне что, заново бегать надо, что ли, за этим всем? Прикол, едем на машине, блин. А, ты только попукиваешь. А, понятно. Так, ясно, ясно. Вот то, что чекпоинта здесь нет, это не очень так прикольно, но давайте все равно попробуем это дело сделать. А, музыка из Bad Pigs игры. Вы гляньте на рожу соседа. Ой, блин. Так, сверху показано, насколько мы близки. Ой-ой-ой, только бы не сдохнуть, только бы не врезаться. Ой-ой-ой, блин, господи, как я так продержусь. Что-то расположение этих кресел повторяется все время, вам так не кажется? Две снизу, одна сверху. Не, если оно так будет повторяться, то что тут сложного-то? Блин, вы на рожу соседа посмотрите. Он прямо в спешах едет. Ну что-то едет только долго. А чё это за взрыв был? Прикольная игрушка, мне нравится. А деревня-то какая классная. Это типа сосед так что ли делает? Не, понятно, что это свинюшка из Bad Pigs сделает, но что в этой игре это может означать? Ну какой-то однообразный уровень. Надо, наверное, порасширить его немного. Ой, блин, ну это скучная поездка какая-то. Дома тоже повторяются постоянно. Но это все-таки та игра, которая реально удивляет. Все, уровень пройден, что ли? Мы никакой магазинчик-то толком не увидели. Так, ну мы прошли все эти уровни. Месть Вуди, видимо, пока не пройден. Видимо, пока недоступен этот эпизод. Ход с домашними лунятами, но мы в это играли. О, блин, ну прикольная игра. На самом деле, реально понравилась. И, кстати говоря, вот мне говорили, что плохая идея оценивать игры. Делать оценки играм. Но я все равно, наверное, сделаю. Мне кажется, все-таки стоит. Вот этой игре, пока из того, что я видел, мне все, в принципе, очень даже нравится. Можно даже галочку поставить. Вот мне реально очень понравилось. Жду обязательно продолжения. Давайте взглянем на еще одну игру от подписчика, которую мне прислали. Чик-чик. Gabriel Sandbox называется игра. И, короче говоря, реальную версию мне скинули. Выход к релизу, в смысле, или выход из игры все-таки. Давайте нажмем играть, шрифт, когда стать соседа. Короче, при запуске игры мне выскочила точно такая же менюшка, как во вчерашней игре, которую мы играли вчера, в MTB Freeride. На том же самом движке, походу, сделана игра. Короче, мне
автор, который мне ее скинул. А, это так предметы берутся? Ну, как-то странно берутся они, если честно. Ну, тут... Так, ну тут... Это брать. Ну-ка. Ну-ка, давайте прям. Дудя. Блин, жалко, не удается его запустить так быстро. Так резко. А это, а эти штуки, они могут упасть? Ну-ка, давайте, давайте свалим их. Она берется. Какая-то странная физика у предметов, если честно. Такое чувство, что мы находимся не на планете Земля, а на какой-то другой планете. На Луне, например. Куда я попал? Где это я, блин? Ну, короче, как автор сказал, это сэндбокс игра. В переводе на русский язык песочница. Самолетик? А на нем можно полетать? Поднять не можем. Не, летать на нем нельзя. Какие-то прожекторы. И какие-то не знаю, короче, кто это такие. Давайте-ка их. Блин, ну как. Да как же их взять-то? Давайте-ка их утопим. Один утонул. Этих страшных рож давайте-ка утопим. Второй утонул. И третий сейчас тоже полетит к ним. Все, утопили. Этих диких зверей. Не знаю, кто это такие. Хотя, по-моему, все-таки они не дикие и не звери. Катапульта. Что с катапультой делать? Она вообще срабатывает? Так, ну эти кубики можно друг друга. И буф! Что-то не очень-то получилось. Ну-ка, тогда давайте вот так. И буф! Ну, вот здесь, кстати, физика больше похожа на земную. А что, самолетик сам, что ли, полетел? Он в воздухе висит, блин. Так, а эту фигню можно выдернуть из земли? Нет, из земли она не вытаскивается. Так, есть мостик. И какая-то зеленая хрень. Еще рожи. Давайте скинем их в воду. О, двоих сразу, прикольно. Кидаем. А, это те самые порталы, про которые он говорил. Ой, я что так залагал от? Это подгрузка, видимо. О, машина, а на ней можно покататься? Давайте попробуем поехать. На ней можно кататься, только поворачивать не получается. Да ну нафиг, я... Что-то, блин, это самолет, это не машина. Я не знал, что она умеет летать. Можно еще туда пойти, что-то там посмотреть. Здесь еще одна тачка. Ты, блин, посмотри. Откуда она тут взялась? Это шиномонтаж какой-то, что ли? О, какая-то мышь, какая-то золотая хрень. И там тоже за ящиками, по-моему, какая-то хрень. А, это дерево. Дерево, которое вросло в это здание, это... А, тут еще и растет трава. Из-под пола. Ну, прикольно, прикольно, прям вообще. Так, а, тут даже две тачки. А, это та розовая приехала. Давайте красную тоже запустим вперед.
А, там еще тачка одна, да? Вы издеваетесь, что ли, надо мной? Но я приду явно быстрее, чем тачка туда приедет. Да, вот ускоряться что-то, по-моему, нельзя тут. Еще рожи какие-то, блин. Ну-ка, а эту фигню я могу? О, я ж подлагал от того, что я все повалил. Хе-хе, блин, вот это прикольно. Ну-ка, давайте подтолкнем ее. А там пусто уже, да? Ну да, там ничего нету. А если это... Если пойти туда... Может вылетим какие-нибудь баги за карту. Ну, просто мы падаем за карту. Ничего эпичного. Как в отличие от MTB Freeride, который мы играли вчера. Вот там, если на байке выехать за карту, это вообще, это была умора. Просто умора. Ну, если честно, я не смог понять суть этой игры. В ней толком нечего делать. Чисто гулять и играться с предметами. Но для первой игры, в принципе, неплохо. Хотя я не знаю, на самом деле, первая это игра или нет. Но для... чувака, который младше меня на несколько лет, не знаю точно на сколько, очень даже неплохо. Поставлю-ка, ну давайте плюс-минус плюсик за старание. Все-таки получилось довольно красиво, симпатично, но а минус при этом за то, что тут делать особо-то нечего. Такие вот две фанатские игры у нас были. Одна мне понравилась очень, прям очень сильно понравилась, жду продолжение. А вот это так чисто погулять, посмотреть что. Ничего такого особенного игра не предлагает. Но на сегодня закончим. С вас лайкосы, подписосы, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал, свободи руку ВКонтакте, и всем пока.